Хорошо. Если мы все хотим счастья, хотим сделать этот мир лучше, почему это удается далеко не всем? На самом деле, не ты один задаешься этими вопросами. Мир будущего создавать будете именно вы, молодые. И каким он будет, зависит только от вас. И поверь, уже есть такие ребята, которым это интересно, творить будущее. И они поняли, что бесполезно спорить со взрослыми. Что необходимо находить занятия по душе и доказывать свою правоту и значимость дела. И в любой ситуации они действуют и побеждают. Они всего лишь хотят реализоваться, желают обрести свой мир, в котором можно работать и развиваться. Все равно я думаю, что несмотря на мои усилия, нужно, чтобы просто повезло. Пройдет немного времени, и про тебя тоже скажут. Ему повезло, он родился в таком месте. В Урале столько возможностей. Да еще учился в Уральском федеральном. Но сам ты к тому времени поймешь, что любые возможности нужно суметь использовать. Что успех, если приходит на родную территорию, то к тому, кто больше других учится и работает. Это, конечно, проблема. Но если ты действительно хочешь достичь первых позиций в жизни, или, например, сделать великое научное открытие, то уж придется постараться. А где сегодня лучше учиться? На какой специальности меня ждет успех? Это можно понять, только делая конкретные проекты. Они нравятся тебе или нет? На первом этапе специализация не столь важна. Важно получить университетское образование. Фундаментальные знания от химии до философии – это то, что можно применять в любой сфере. Пробуй себя в разных направлениях. Делай то, что тебе близко, что нравится, что получается лучше, чем у других. Для мира не важно, делаешь ли ты станки, мебель или танцуешь. Важно делать это хорошо. Успех придет. И для кого-то и танец — это призвание. Мудрость и интуиция живут только там, где есть жизнь, где есть здоровье, красота. Спорт, например, очень важная часть жизни умного человека. И вообще спорт – это красиво. Почему вы так улыбнулись, когда сказали «утро»? Утро? Каждый из нас утром встречает рассвет с искренней надеждой сделать в жизни что-то важное. Но потом словно что-то происходит, время куда-то уходит, и ничего не успеваешь. Тебе надо запомнить одну простую вещь. В суете повседневных дел, среди множества встреч, разговоров, мы просто забываем то, что хотели сделать с самого начала. Не терять свою цель. Этому легко научиться. Достаточно быть серьезным по отношению к себе. Зачем я здесь? Чего хочу получить от жизни? Все ради главной цели.
стать самим собой. «2020 год. Кто откроет для миллиардов жителей Земли, что такое глобальный разум? Кто создаст среду для восстановления природного потенциала человечества? Кто придаст научному и образовательному процессу гуманистическое начало?» Возможно, новый виток нашей цивилизации начинается с открытий и изменений в самом центре древнейшего материка – на Урале. Будущее верит мало.